Рождество вернулось в освобожденный от войны Мосул. Иракские христиане впервые за 3 года с момента захвата города террористами ИГИЛ смогли собраться на свой главный религиозный праздник. Празднование Рождества прошло в кафедральном соборе Святого Павла в восточной части Мосула. Во время мессы священник заявил, что сегодня собравшиеся отмечают не только рождение Христа, но и перерождение Ирака. И действительно, в соборе в момент службы находились не только католики, но и несколько мусульман. Они отмечают, что празднование Рождества стало одним из многих символов постепенного освобождения страны от террористов. Мое послание нашим братьям-мусульманам в Рождество было таким. Я просил их изменить мышление, узнать лучшее христианство. В прошлом христиане составляли в Ираке большинство. На сегодняшний день мы в меньшинстве. Но без нас Мосул не будет таким, как он есть. Напомню, исламские экстремисты удерживали Мосул в течение 3 лет. И все это время христиане подвергались нападкам и гонениям. Многие бежали от преследований ИГИЛ. Джихадисты были вытеснены из Мосула летом 2017 года. Но ситуация в городе все еще остается напряженной.